Сожгли семена, пораженные сорняком. Как сообщают в региональном управлении Россельхознадзора, в апреле 2020 года в Юрьев-Польский колхоз завезли семена люцерны. Партия весом почти в 1,5 тонны поступила из Ивановской области. Однако проверку семена не прошли. При проведении контрольных мероприятий, завозимой под карантинной продукцией на территорию Владимирской области, в партии семян люцерны сорта «Вега-87» в количестве 1 тонна 466 килограмм выявлены семена карантинного сорного растения. Сотрудники управления установили, что семена поразил сорняк Павелики. Павелика является карантинным объектом, включенным в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза и считается одним из опасных карантинных сорняков. Наносит огромный ущерб сельскому хозяйству, значительно снижая урожайность, вытесняя полезные кормовые травы, снижая качество изготавливаемого сена. Обеззаразить семена не удалось, поэтому всю партию пришлось уничтожить. Семена люцерны сожгли в Юрьев-Польском под контролем сотрудников Россельхознадзора.